Возбуждение уголовного дела против председателя местной думы Михаила Филипенко в Дальнереченске – одна из главных тем обсуждения. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Михаил Филипенко и еще один парламентарий в течение 2012 года использовали поддельные документы в целях личного обогащения. Ход расследования поставлен на особый контроль в прокуратуре. Михаил Филипенко представлял поддельные документы о якобы нахождении в гостиницах Владивостока. А выделенные деньги на гостиницу спикер местной думы расходовал по своему усмотрению. Это очень унизительно, прежде всего, перед... Да, это как? Это неуважение к людям, я считаю. Если уголовное дело завели, то он как бы должен на время проведения следствия в отставку уйти. У горожан к работе председателя думы претензий накопилось немало. На одном из городских собраний их прозвучало множество. Где засыпали? Он пообещал, что засыпет. И весь Дальнереченск такие ухабы, что я хочу сказать, что в других, в лесу, вот я жила раньше в Краснолиминском районе, у нас в лесу лучше дороги, чем по Дальнереченску. Мое впечатление, что город без хозяина. Вот это мое личное мнение. Михаила Филипенко уже исключили из партии «Единая Россия». Кроме того, с него взяли подписку о невыезде. Евгения Колесникова, Данил Макарычев, Александр Бугаков. Панорама.